Сегодня новосибирские врачи пытаются помочь 4-летней Диане встать на ноги. У девочки ДЦП, но время, когда она сможет ходить сама, близко. Главное его не упустить, не прерывать лечение. И мы с вами можем помочь ребенку. Как расскажет Яна Бугакова. Как его зовут? Финик. Финик? Да. Почему Финик? Потому что... Диана рассказывает про кота. Она очень любит играть с ним, как и с домашними белками, а еще рисовать и разукрашивать. Но большая часть дня у малышки – лечебные процедуры. Мама и старший брат Никита всегда рядом. Три, четыре, пять. Молодец. Диана родилась недоношенной, в больнице ее выхаживали больше месяца. И вроде бы все было хорошо, но году девочка так и не села и не поползла. Диагноз – ДЦП. Врачи и родные верят, шансов пойти самостоятельно у Дианы очень много. Она очень перспективный ребенок. Все, кто ее смотрят, все говорят о том, что она будет ходить. Просто над этим нужно работать круглосуточно. Диана уже перенесла две операции, курсы лечения круглый год. Сейчас девочке необходима реабилитация в Томском центре. Она платная, почти 213 тысяч рублей. Мама Диану и ее брата Никиту воспитывает одна. Для нее сумма непосильна. ГТРК «Новосибирск» и Русфонд объявляют сбор средств. Чтобы помочь Диане, отправьте на короткий номер 5542 сообщение со словом «Дети». Стоимость одного СМС всего 75 рублей. Отправлять его можно несколько раз, прямо сейчас. Спасибо огромное всем неравнодушным. Яна Бугакова, Евгений Живаев, Вести, Новосибирск.